хотел поделиться. Да. На хоккейный матч Барас. Вот. Скажите, пожалуйста, как вам атмосфера, как вам кухня, ваши вообще впечатления и давно ли вы часто ли посещаете наши матчи? Шикарно, мы сегодня пришли с классом, это у нас экономический лицей, первый класс, пришел весь класс, я как родком всех привезла, с родителями еще, кухня обалденная, очень много разнообразий, и салаты, и все, что хочешь, прям удобно, классно. Привет, привет всем. Скажите, пожалуйста, вообще, как вам атмосфера, как вам кухня, как вам вообще игра в целом? Мы тоже спросили у беременных, как кухня. Все очень вкусно, спасибо, игра отлично, ждем. Сейчас счет 1-1, переживаем, болеем за Барсика, желаем победы. Сегодня прям нам очень нужна эта победа. На самом деле, за Барсика болеем не только я с сыном. Так что, надеюсь, победим. Обязательно. После первого периода 1-1 мы ждем победы от нашей команды. Хорошего вечера, хорошей игры. Очень нравится. Наконец-то у нас сделали, как везде, в Америке, лаунж-зоны, где можно не только булочки покушать или там хот-доги, но и вкусно поесть. Спасибо огромное. А как вам вообще целая игра? Игра пока 1-1. Надеемся на лучшее. Все мы надеемся. Спасибо огромное. Хорошей игры вам. Приятного аппетита. Как вам кухня? Кухня неплохо, но в первый раз мне больше понравилось. Первый раз. Были фрукты, сейчас фруктов нету. Просто сели, да. Окей, что вы желаете нашей команде? Пару слов. Желаю удачи. Желаю побед побольше. И веру в себя. Спасибо огромное. Вам хорошего вечера. Ваш сын? Давай, глави кулак. За Барс болеешь? Твой любимый игрок? Роман Старченко. Роман Старченко, 48 номер. Да. Всем хорошего дня.